Hello guys, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя фишки, придумки, задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал SubEle. Сегодня серия о лайфхаке. Хочу поделиться, рассказать, как я оцифровываю старые фотографии, картины, репродукции картин с помощью фотоаппарата и двух студийных вспышек. Расскажу и покажу, как обустраиваю съемочное место для того, чтобы получить идентичные фотографии и уменьшить тем самым поствмешательство в цифровом редакторе. Почему не сканер для цифровывания? Сканера может не быть под рукой, а также бывают форматы, которые в сканер не помещаются попросту. Перехожу к оборудованию съемочного места. В ускоренном режиме будут пропущены какие-то незначительные фрагменты, и в точечных местах я расскажу, что проделываю, что настраиваю. Выставляю предметный стул, предметный поднос. Свет я выставлю симметрично по обеим сторонам. Это не будет лобовой свет, в нем будут отсутствовать блики и, возможно, подчеркнута текстура бумаги. С помощью флешметра измеряю величину света. С обоих сторон должно быть симметрично. С помощью серой карты замеряю баланс белого. А также сделаю снимок на память, для того, чтобы можно было воспользоваться пипеткой в цифровом редакторе. Здесь я использую монопод, так как штатив используется для видеосъемки. Моноподик, конечно, шатается, но держит свое. Выкладываю фотографии. У меня есть метки там, куда выкладывать. И сейчас будет задача отстроить камеру, рамку камеры, так, чтобы фотографии целиком попадали, ну и не были искажены геометрически. Подкрутить чуть выше, ниже, возможно, наклон подстроить. Фокусируюсь один раз. Потом отключаю, вот здесь готово. И отключаю автофокусировку, и в дальнейшем уже буду фотографировать без автофокуса. Все, поехали. Успевай только подкладывать в топочку. То есть такой конвейер. Да, скопилось достаточное количество материальчика архивного. То есть, конечно же, ради одной-двух штук не стоит этого делать. Жара пошла и закончилась. Далее переносим изображение в цифровой редактор, и там с минимальным вмешательством, скорее всего, это будет только кроп, кадрирование, сохраняем фотографии в архив. Процесс оцифровки фотографий с помощью смартфона также можно разработать и добавить туда в качестве дополнительного источника освещения фонарики. Возможно, это будет темой для моих следующих выпусков. Ну что ж, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Пока!